Финвале в начале июля стартуют танцевальные вечера «Иронхас». Управление культуры, молодежи и спорта при столичной администрации в очередной раз приглашает на вечер танцев. Они будут проходить в Пионерском парке по вторникам и пятницам в 7 часов вечера. Программа мероприятия насыщенная: мастер-классы по национальным танцам, концерт, дискотека для молодежи. Мы будем проводить уже традиционное «Иронхас». Что туда будет входить? Значит, это будет мастер-класс в начале. Наши хореографы будут обучать желающих азам осетинского танца. Дальше будет несколько танцев осетинских. После этого будет, значит, живой концерт, где будут принимать участие артисты Южной Осетии. И в завершении для молодежи будет дискотека. Также Управление культуры планирует организовать выездные концерты по районам столицы. В этом году мы хотим сделать новшество. Значит, по микрорайонам города это либо будет ЦАРС, либо будет Текстиль, либо будет Шанхай. Вот, по каждому району мы определимся чуть-чуть попозже. В неделю один раз туда будет выезжать творческая группа и будем давать концерты для жителей вот этого микрорайона. Управление культуры также организует праздничный концерт с участием звезд севера и юга для выпускников республики. 25 мая на Центральной площади состоится концерт для выпускников «Последний звонок». Будут принимать участие и наши молодые артисты, будут принимать участие и артисты Северной Осетии, наши братья и сестры. И в завершении всего этого концерта будет дискотека, будет профессиональный диджей, которого мы пригласили из России. Вот, я думаю, будет зажигательно, будет хорошо, весело, поэтому мы приглашаем не только выпускников, их родителей, бабушек, дедушек, всех отдохнуть. Соберемся, поделимся доброй энергией. После праздничного концерта виновников торжества ждет дискотека. Агунда Губозова, Александр Кочиев, информационный выпуск сегодня.